Бинги попадает в бурник Тивусом. Просел до 50% здоровья. Фликер здесь получает прокаст. Ультимейт Тен Юнайтед уже был прожат. Фликер пытается ворваться. Здесь играют СПБГУ. Идут вперед. Ремус уходит на безопасное расстояние. Здесь начинает расстреливать игроков СПБГУ. Мун лоу хп. Сильно просел Кенси. Его забирают. Команда СПБГУ вырывает себе очередной файт. Нет, не получится здесь СПБГУ. Никак здесь выжить. МД почти погиб. Здесь идут дальше мои. Ультимейт от Фликера держится Моргана. Разворачивается Бет. Сможет умереть. Или СПБГУ все-таки вернулся здесь в игру. Крусник добивает Фликера. И команда СПБГУ попадала вниз, потому что Ремус попал еще и станом. Тивус пытается зайти. Отходит команда СПБГУ. Пытается сыграть здесь. Дальше мои. Убивают Грейдж Брауна слишком быстро. Пошла ульта по Фликеру. Он тут же себя ультует. Экзон здесь есть. От команды мои. Ультимейт прошел. Кингс не самый удачный. Убили Корки. Шатдаун в пользу Зеда. Муна тоже забирают. Вот это месиво сейчас очень неприятное для команды СПБГУ. Размен 4 в 2 в пользу мои. Они могут забрать для себя важный объект. Тарамус заходит с фланга. Езжает прямо по МД. Он снимает КСС. Отходит Кингс. Здесь использует ультимейт. Станет троих. Ремус при этом ультует в ответ. Собирают негативу. Даблкил и свирман. Выходит слишком сильно вперед. Ремус держится до конца. Но этого не хватит. Здесь абсолютно команде мои. Падает еще один игрок команды. Ой, СПБГУ здесь пытается сделать инициацию. Он за хант пошел. Мун при этом попал в даркбаник. Все. Съедает здесь Грейдж Браун. Ультимейт заходит с фланга. Ох, Рамус попытается кого-то словить. Грейдж Браун слишком сильно просел по здоровью. МД очень сильно здесь СПБГУ распластались по территории. Очень много может это плохо закончиться. Мои разбивают здесь Фликера. Уже три убийства в их пользу. При этом Кейнси получает даун от Нективуса. МД старается разворотить, раскидать свои спылы, но ничего не поможет. Это ужасная драка. Проходит сюда команда СПБГУ. Нужно инициировать здесь сделку прямо сейчас. Раскидывает эксплозив в каске Грейдж Брауна. Только одного здесь ультимейт пошел неплохой. Грейдж Браун старается выжить. При этом Бет спрыгивает дальше. Здесь СПБГУ начинают дамажить. Нужно убивать всех мои. Здесь ультимейт делает Фликер. Он спасает всех своих союзников. Бет подходит сюда. Дэмэдж идет по Берою. Он падает очень быстро. Нективус Лоу забирают всех игроков команды мои. СПБГУ реабилитируется здесь, потеряв одного лишь Браума. Они размениваются 4-1. Великолепно сыграно СПБГУ. Странное решение. Грейдж Браун спойлил свой ультимейт. При этом МД влетает на свои Валькирии, но сам подставляется. Таким образом Корки умирает. Но тут же забирает Поппи. Размер пока что один в один. Мун хорошо позиционируется. Ремус пытается сыграть по Фликеру. У Ремуса очень мало хп. При этом убить его не удается. Даблкил он ставит сам. Мун в позиции. Ну, не знаю, насколько здесь получится у Кинси позабирать всех. И получится! Мимец падает! Здесь Берой практически умер. Команда СПБГУ может забрать Ремуса. Есть Игнайт. Кинси дает свою автоатаку. На телепорте приходит сюда Кинси. Появляется Нективус тоже. Вне позиции. Это Поппи. Все может плохо закончиться для команды моей. Выкидывает здесь Хикарима. Играет дальше. Мун подходит сюда. Мимец возвращается. Здесь Фликер нужен. Кинси получает слишком много урона. Здесь появляется Хикарим. Раскидывает всех своим фиром. Нективус практически упал. Мимец уже здесь не осталось. Берой при этом пытается нанести урон какой-то вместе с Ремусом. Этого не хватает. Команда мои разваливается один за другим. МД еще на фул хп. Этот Корки делает свое дело. Дабл килл идет для Люциана. При этом Кинси пытается совершить преследование. Здесь Ремус разворачивается. Тяжелая ситуация. Здесь Ремус может попытаться убить МД. Использует дисторшн на отступление. Берой вне позиции. Но вопрос, что сейчас делают дальше Люциан? Он бьет вышку 4 уровня на 1. Уже уничтожен. Идет дальше на Кинси. Выфлешивается из-под дисторшена. Вот вторая Нексус. Вышка падает. Нексус открытый. Сюда идет МД. Ремус попытается защитить. О, боже мой! Я не могу в это поверить. СПБГУ заканчивают эту игру победой в свою пользу и выбивают фаворитов турнира из этой гонки и проходят на гранд-финалы. Ох, на Гладиуса использует ультимейт свой шен. Хорошая инициация от ЧелГУ. Сразу же даун следует по Джессу. Ультимейт, он сталкер бой, но этот Эзрель все еще живет. У него еще половина здоровья. Ультимейт пошел, дамажит сильно. Сталкер бой в опасности. Он использует флеш, отходит дальше. Команда ЧелГУ дерется под своим фишкой. МГУ продолжает давить. Идет шоквейв от Арианы по изолейтеду. Падает Люкса. И команда МГУ зарабатывает себе одно убийство. При этом идут дальше. МГУ играет Симсин по еще одному игроку. Падает Гладиус, Фройду дальше. Голдфайр практически упал. МГУ разрывают ЧелГУ в пух и прах. Это размен 4 в 0.
на урон. Играют по Файерсу. Здесь Челгу интересное решение принимают. Хороший прокат. Здесь Круки выкидывает двоих игроков с помощью своего эксплозив. Каска Гладиус срывается. МГУ здесь пытаются подраться дальше. Челгу! Да, там Уму! Шок! Бэйм! Он реальный по троим игрокам. Забирают всех одного за другим. МГУ снова разбирают ребят из Челябинского университета. Гладиусу, Нику и Голдфайру уже больше нечем откушивать. Без своих керри они не могут ломать линии. И здесь плохие дела для Гладиуса, потому что он ловит Дэрит Флайнет на Утилус. Идет удар по сталкербою, степс чарджа. Гладиус прорывается по снайпе. Урон, шоквейв! Опять по троим игрокам. Ариана срывает даблкил. Умирает еще один игрок команды Челгу. Это эйс. Пользу МГУ. Триплкил для Арианы. И победа МГУ в первой игре этой Best of 3 серии. Ой, Люкса пошла своим прокатом. И здесь Джоня Орглас. Изолейтед все равно может умереть. Сам Юнайтед дают Шен по Изолейтеду, но это его никак не спасает. Стайпи здесь проседает по здоровью, кидает свой ультимейт, подбрасывает всех игроков. Челгу на это не поможет, потому что Сталкербой делает великолепные прокасты здесь. Очень много урона наносит. Круки прыгает на Кокмау. Кокмау при этом выживает, убивая Круки, но здесь немножко не доиграл Кок. Ультимейт только сейчас у Гладиуса про. Нику кидает свой Хоулинг Гейл. Симсин почти погиб. И здесь бандаж идет от Гладиуса. Тем временем Голдфайр летит на Джесса. Пытается его убить. Нику умрет от последнего выстрела Джесса. При этом W проходит. Джесс старается убить Голдфайра. Сможет, скорее всего, это сделать. Очередное убийство. Гладиус ставит свою турель. Трется дальше. Идет ультимейт. Выход на поклон. При этом врывается Файерс дальше. И залетит по Джонни Саурглазе. Телепорт идет от Симсина. Подходят все игроки. МГУ. Да! Симсина убивает здесь сталкер боя. При этом Жанна здесь падает тоже, и Изолейтед старается уйти. Гладиус Про минус. Джесс дает отличный дабл и попадает точно в цель, забрав Киммердингера. Дабл килл для Джина. И эйс ставит здесь Симсин. Чистый размен. 5-0 в пользу МГУ. Полностью здесь нивелирует урон Симсина. При этом Гладиус рвает на ульте. Хороший энгейдж со стороны команды. Челгу убивает уже Симсина. Появляется Файерс, использует свой ультимейт. Изолейтед умрет здесь, скорее всего, этот Хеммердинг. И Гладиус Про тоже погибает. Джесса не достать. Голдфайр пытается играть под игрокам команды МГУ. Он убивает уже Элис. Джесс тоже проседает слишком сильно. Сталкер Бой играет своим когом, разбивает Стайпи. Почти падает этот Браун. Джесс стреляет по Сталкер Бою. Его спасает Жанна с помощью Айза Шторма. Выход на поклон. Сталкер Бой может умереть. Ника должен прикрыть своего союзника. Падает Браун. Ника умрет с крита Джесса. Но при этом Голдфайр может забрать из этого Джина. Пытается сыграть Голдфайр, но ему не хватает здоровья. Джесс последним хитом сейчас мог забить Кога, но не тот-то было. Гладиус урывается, у него есть ультимейт. Вау, все под контролем. При этом Изолейт использует Джонни прямо в биннинг. Люксы, Сталкербой, Изолейт. У них серьезные проблемы, но Джесс уже упал. Сталкербой убили, он сейчас нанесет много урона своей пассивкой. Стайпи и Симсин могут умереть. Файерс отходит. Команда Челгу вновь реабилитируется. Выигрывает очередную драку против команды МГУ. Сыграют по МГУ. Сейчас отличный ультимейт. Гладиуса Про. Круки серьезно просел по здоровью. Идут дальше. Челгу, но умирает Нико слишком быстро. Сталкербой в опасной позиции. Джесс начинает стрелять. Сталкербой все еще живет, но этого не хватает. МГУ разбивают команду Челгу. Изолейтед падает. Трипл килл для Джесса. Эйс в пользу МГУ. Разменом 5-1. Дабл килл для Люксы. И Нексус падает. И команда МГУ наконец-то выиграет. Нет, не наконец-то. Не выигрывает еще пока что. Ингибитор восстанавливается. Но там слишком уж большие дестаймеры. Поэтому МГУ сейчас разрушит ингибитор. И закончит эту игру победой в свою пользу. МГУ в гранд-финал.